Привет, ребята! Всем привет, ребята! С вами канал «Играем с Ирочкой Инфо». И мы пришли в магазин игрушек. Огромный магазин игрушек, который находится... Где у нас находится? Андрюша сейчас скажет. Знает, да. Так, мы пришли в огромный магазин игрушек, который находится в торговом центре «Глобус» на первом этаже, правильно. Сейчас мы вам покажем, какой здесь ассортимент игрушек, что у вас здесь есть. Да-да-да, и что вы можете купить своим родным и близким. Да? Угу. Так, начнем мы с кукол. А ну смотри, Ирочка, тут помнишь, новая... у тебя тоже же Бэби Борн было? Тут новая модель Бэби Борн Лав. Тут Бэби Лав, а тут Бэби Борн Лав. Смотри, какие они хорошенькие. Девочки. Вот это мне нравится очень с Кравич. Белая шапочка, это... видишь? Да, манюсенькая такая, как на... настоящая. А наверху обычная Бэби Аннабель. Видите, они Лава тоже у них есть делает. Аксессуары. Ну, у них ходит и бутылочка, и памперс, горшочек. Бутылочки у них необычные. Ой, они смотри, какие у них сосочки клевые. Мама, и резиночка есть. У них это... Знаешь что, у них сосочка превращается в бутылочку. Да? Да. Вот Андрюшке понравилась синяя. Да, тебе понравился синий? Мальчик тебе понравился? Ой, а это прикольная. Смотрите, ребята, какая у нее классная курточка. Прикольная такая курточка хорошенькая. А здесь, мам, смотрите, какие модели. Смотрите. Здесь еще набор. Тут у нас холодное сердце Frozen. Тут Анна и Эльза, Кристоф и Анна. Анна и... А, ну, тут Эльза и ее холодильник. А еще тут есть Анджела. Это очень прикольная кукла. Маша медведь. Вот этот мне нравится набор для девочек, кто любит делать завивать прически. Волосы можно, шляпочку ей поставить, еще... Сережки, посмотри, какие у нее сережки шикарные. Сережки, у нее колье, а мне вот это нравится. Очень это Лалалупси. Лалалупси. Это Лалалупси Happy Birthday, а это Лалалупси вечеринка. Парти. Да, прикольный. Если ребенку 10 лет, и он играет в куклы, это ничего страшного, потому что 10 лет это тоже еще ребенок. А мне нравятся вот эти модели внизу. Классные. А еще, мам, знаешь, что здесь? Тут лошадки и кукла. Ребята, наверное, все знают, что в этом году популярны фербики и тролли. Давайте посмотрим, есть ли в этом магазине тролли. Есть 100%. Посмотри здесь. Теперь здесь вун, вот Андрюша выбирает уже себе. Вун, 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 так а мы хотим и Андрюшу выбрать, нет? Конечно, мы пришли, чтобы выбрать Андрюше подарок. Вун, 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 вун. А вот и тролли. Вот такой он хочет. Какой? Чтобы был руль и можно было управлять машиной. Да, и это ты хочешь. Он все хочет. Ему все понравилось. Ребята, что... по-моему, мы нашли тролли. Упаковка где? Такая шикарная. Он любит коляски. Все, 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 заберите его. А то он сейчас... Так, Андрюша тебе выбирает подарок. Он уже выбрал. Вот видишь, ему не нужна машинка, ему нужны коляски. Все, коляски на место. Андрюша отличный папа будет. Давай посмотрим, что Ирочка там выбрала. Ой, какой классный тролль. Это тролль. Ребята, напишите в комментариях, кто знает, как ее зовут, потому что я тут не вижу розочку. Мой любимый персонаж из мультика «Тролль». Это новый мультик, и многие ходили в кинотеатр смотреть на этот мультик. А, мне он тоже нравится, точно. Да. Я его смотрела, мне тоже нравится. Мама, а ты помнишь, что ты очень хотела увидеть фербики? Да, и фербики, и тролли. Ну, вначале давай посмотрим Андрюшу. Мы же пришли выбрать Андрюшу. Смотрите, Андрюша уже нашел себе. Можно посмотреть какие-то машинки. Может, какую-то развивающую игру специально для малышей. Все, забери Андрюшу. Шикарные машины, ребята. Такие шикарные, красивые, насыщенные такие цвета. Мне, честно говоря, очень нравится вот это. С пультом управления. Да, они здесь все с пультом управления. Динозаврик. Который он поет, танцует. Смотрите, круто. Вот мы нашли этот отдел для маленьких деток. Для Андрюшки. Игрушки, да. Смотри. Это у нас видишь, здесь блоки. Музыкальные игрушки. Вот. Да. Которые музыка. Умный. Осьминожка музыкальный игрушек. Здесь домик, музыкальный домик. Вот свинка Пеппа.
утенок, игра в ванной. Здесь такой конструкт, не конструктор, сюда можно, видишь, специальные, да-да-да, собирать паровозик такой, здесь специальные буковки. Короче, огромное-огромное количество игрушек, коврики. Андрюша что хочет? Андрюша все хочет, ему все нравится. А мне вот эти нравятся. И машины ему нравятся, и куклы ему нравятся. Прикольные. Мне кажется, они уже. О, эти тоже прикольные. Розовые. Чикен. Это что чикен такое? Чикен данс. Это танцует. Что, Ира? Папа, мама, смотрите. Что? Круто. Это набор Свинки Пеппа, а это гитара, рок-гитара. Круто. И тут такая большая Свинка Пеппа. Короче, нам здесь не хватит 2 часа даже, чтобы обойтись. Большая Свинка Пеппа, сумочка или чемодан, что это? Я вижу ручку. Круто. Андрюшка смотрит мультик Пеппа, его любимый мультфильм, это Свинка Пеппа. Тут касса со Свинкой Пеппой. Вот. Это их семья, а это именно касса. Идем еще посмотрим, что. Да, здесь и качельки специальные можешь. Некоторые в квартире устанавливают их. Где Человек-паук? А, это вообще большой. Нет, это взрослый набор, Ирочка, да, для детей, которые уже будь здоров, 6+. А, здесь идет маска, перчатки, костюм, да? Ирочка, ну. Тут наборы таких машинок. Да, здесь перчатки показал. Перчатки, маска. Человек-паук. Вот здесь тоже музыкальный робот. Вот тролли. А, вот папа, смотри, какая классная азбука. Это розочка. В кубиках. Можно изучать уже буквы, ага, и цифры. С помощью этих кубиков. Да. Смотрите, это все тролли. Это вот розочка. И тут у них есть по аксессуару. Круто. Это розочка. Это модница. Вау, и тут показано, что можно снимать головку. Очень крутые. Что мама там нашла? Это такие вот... А, это... Ну, возьми, заряди его. Сейчас. Чтобы он покатался. На пол положи. Прикольно. Держи. А тут еще что есть? Смотри. Оп, держи. Замечательные просто. Игруш все надо. Да. Обезьянки. Они уже, смотрите, что делают. Они катаются. Сейчас, я не завела. Круто. Но на лыжах, да? Да. Вау. Прикольные. Дракон, вот здесь различные здесь драконы. Мальчики очень любят играть с динозаврами. Кстати, наша сестричка Бетти, она очень любит динозавры. Так что не обязательно мальчики могут играться с животными. И девочки тоже. А ты, Яра, что хочешь отсюда? Фёрбики. Это что такое? Вот, смотри, что. Фёрбики. Простите, если я эти делаю, потому что могут быть и другие модели. Но надеюсь, эти, они что-то делают. Фёрбики, которые повторяют за тобой слова. Повторяют за тобой, они поют. Можешь сказать, говорить тебе спокойной ночи. Но есть такие модели, которые ничего не делают, просто мягкие игрушки. Я не знаю, это делают это или нет. Хотела спросить. Спросим, когда подойдем. Вот корзинка, ребята, для покупок. Давай. Нет? Ну, Андрюшка. Вот такое он хочет. Все, ребята, Андрюша выбрал себе свою игрушку. Я тоже. Все, он машинку выбрал. Да, он уже выбрал сам себе свою игрушку. Так что вы тоже приходите в магазин, выбирайте себе игрушки. Или... Намекайте своим родным, мамам, папам, бабушкам и дедушкам, да? Да. Ты хочешь или нет? Давай садись.
Ну все, будем с вами прощаться, ребята. Давай, давай, сядь. Аккуратно. Ребята, ну а если вам понравился этот магазин с игрушками, ставьте много-много лайков. И не забывайте подписываться на наш канал. Играем в Силечка Инфо. Мы вас любим, ребята. Всем до новых встреч. Пока-пока.